Я примерно помню, как 3 года назад мы обсуждали, как вообще и ради чего создается это мероприятие. Киноиндустрия в условиях новой реальности. Реальность становилась все новее и новее. У нас в тот же момент появился первые, значит, коронавирусные признаки инфекции, потом у нас появились шахматные рассадки в кинотеатрах, потом мы обсуждали, как снимать с индивидуальными грим-наборами, значит, маск-пакетами, масками, ластами, всем, чем только можно. Но, тем не менее, скажу главное со стороны Министерства культуры. Да, и, конечно, нужно упомянуть наш 22-й год, нашу культуру отмены, наши отмены всего нашего авторского кинематографа на всех категориях существующих фестивалях, во всех наших с недавнего времени недружественных странах. Нужно представить себе, каким моральным, да и в том числе материальным ударом это было для нашего, в первую очередь, авторского кинематографа, потому что давайте все вспомним, что творилось до 22-го года, когда фактически мы уже напоминали олимпийскую сборную России, может быть, даже Советского Союза по количеству наград по всем возможным фестивалям, и Канны, и Венеции, Сан-Себастьяны, Берлины, Роттердамы, я могу еще долго называть эти имена, все это превратилось в один день, и, конечно, в этот момент мы тоже и этот такой моральный аспект не должны списывать, помимо того количества экономических и материальных сложностей, с которыми мы столкнулись, и все, безусловно, обсудим. Мы также не должны забывать, что такое Роскино до 22 года и возможности российских продюсеров по продажам. Мы также не должны забывать, как в Россию приезжали байеры, и как ряд наших продюсеров мне говорили, что я могу дальше ехать или не ехать на дальнейшие киноярмарки, потому что у меня sold out, я все продал еще в Москве. И были огромное количество планов, тем не менее, я считаю, что списывать их тоже со счетов не нужно, что это такая наша постоянная работа, мы очень хотели продолжить и со временем возродить работу с международной системой локейшн-менеджеров и поработать в нашей стране по возможностям не только совместного производства, но и съемок. Это все впереди, это все в других новых реальностях, но сейчас давайте говорить о том, с чем столкнулись сегодня мы. Что самое главное для нас было в первую очередь, встретившись с индустрией, не несмотря ни на какую инфекцию, не несмотря на тяжелейшую ситуацию 22 года, нам было понятно, что нельзя ни на минуту оставить финансирование. Более того, получилось так, и это было решение правительства, и, надо сказать, оно было как никогда необходимым и своевременным для индустрии. Финансирование резко увеличилось по всем направлениям. Мы потихонечку вышли на то самое финансирование детского кино, авторской анимации. Вот придет позже Леша Гориславский, расскажет, что такое институт поддержки интернета и реализации всех проектов вместе с интернет-платформами. Большое количество сериалов, которые также поддерживают и очень активно развивает индустрию. Но по линии Министерства культуры и фонда кино в этом году мы впервые вместе с вами распределили 10 миллиардов рублей. Это большая очень сумма. Это тоже очень большой вызов, потому что в тот момент, как только она выделена, первое, о чем ты думаешь, на что, на какие проекты она будет потрачена, в каком виде и как эти проекты предстанут перед зрителями, в каком году, в каком количестве кинотеатров, с каким количеством экранов они будут расписаны, какой аудиторией они рассчитаны, потому что понятно, что мы очень мне кажется, уже для всего рынка очень логично была распределена логика открытой формы защиты, потому что все блокбастеры, все большие детские проекты, зрелищные, семейные, анимационные, это все фонд кино. Федор блистательно потом, я уверена, расскажет и про цифры, и про статистики, и про наши новые последние данные. И, конечно, все, что касается авторского кинематографа, исторически это Министерство культуры, мы ждем всех на нашей площадке. Сложная авторская анимация, даже со следующего года, я думаю, технически полностью уже вернется в Министерство культуры, экспертиза там, привычка проводить там, мастера любят, умеют, приходят и представляют свои проекты на площадке Министерства культуры, а все большие кассовые, детские, категории 0+, все самые наши желанные и долгожданные в кинотеатрах релизы будут сосредоточены в фонде кино.
Вот такие, я сейчас, чтобы не тянуть на себя полностью одеяло, мне кажется, потому что мы можем как бы говорить и о том, что в течение года мы полностью переворачивали глобус, я по-другому не скажу, вместе с Роскино, и полностью переориентировались на другие рынки, и там, где мы были желанными гостями, и наши стенды становились все крупнее и крупнее, и, что называется, ближе к лестнице, практически возможности представлять там свой проект у моих коллег-продюсеров равнялось нулю. Тем не менее, дальше мы перешли в Индию, завтра я полечу в Гонконг, и Китай постепенно открывается, мы очень рассчитываем на этот рынок, будем договариваться, будем добиваться возможности присутствия на всех возможных площадках. Впереди очень серьезный рынок, который очень серьезно уже заявлял о себе в момент коронавируса, это Латинская Америка. Хорошо прошел Вьетнам, хорошо прошел ГУА, повторюсь, Дубай, Ближний Восток, Арабские Эмираты, вот те самые такие понятные для нас сейчас направления, с которыми мы уже начинаем очень активно работать, за что огромное спасибо абсолютным подвижникам, нашим продюсерам, которые, несмотря ни на что, продолжают биться за все возможные возможности, которые открываются и не открываются. Для нас они стучатся во все двери, открыты они или нет.